Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале Света's Fashion. Сегодня очередное видео об использованных баночках. В этот раз я не стала слишком много копить для того, чтобы быстренько рассказать и выбросить. Это был не огромное видео и не огромный-огромный пакет. Еще раз, я банки не выбрасываю, я их правильно утилизирую, сортирую. Все баночки я мою, то есть там будет пусто и помыто. И все будет правильно утилизировано. Поехали! Итак, это вот такой вот гель для душа от Sisley. Очень классный расход, минимальный, пахнет довольно хорошо, запах унисекс. Но, честно скажу, не на 100% мне зашел. В каком плане? Цена и качество. Ну, я вот, честно скажу, признаюсь, сейчас пользуюсь Нивеей. Нивея меня устраивает на 100%. Вот прям на 100%. Здесь, конечно, минимальнейший расход, но это в любом случае дороже, чем пользоваться Нивейкой. Плюс мне на 100% понравился запах. Что понравилось у продукта? Продукт шикарно пенится, кожа остается мягчайшей. И посмотрите, здесь ничего не облезло. То есть вот это для меня тоже очень круто, когда банка не портится, выглядит соответственно хорошо, почти как новая. После того, как она похоронилась и поиспользовалась в ванной. Очень многие банки облазят, к сожалению, портятся от температуры, от влажности. Здесь ничего не стало. Круто, молодцы, супер. Так, давайте дальше по очищению. Ренутритив. Это у нас умывашка от Estée Lauder. Очень классная, промывается шикарно. Банка немного подпортилась. Видите, она сейчас до конца не закрывается. Здесь облезла. То есть, о чем мы только что говорили. В ванной она находилась ничуть не дольше, чем гель для душа от Sisley. Хорошо промывает. Очень качественная кожа после нее. Прям шикарная. Минимальный расход. Из горошины распенивается, хватает на лицо и шею. Возможно, буду покупать еще, пока не уверена, потому что есть умывашечки и прикупила немножечко от других брендов, о чем рассказываю регулярно. Класс, зачет, шикарно. Дальше очищение. О, зубная паста. Всегда рассказываю про зубную пасту. Парадонтакс. Ужасная зубная паста. Я вот ее больше приобретать точно не буду. У меня после нее облазит рот. Подождите, или у меня после этой облазит рот? Нет, после парадонтакса. Да, конкретно после этой облазит рот. Ощущение, что вы чистите зубы содой. Вот у меня прям конкретное ощущение такое. Какой-то у нас парадонтакс, комплексная защита. Мне не зашла, люблю более качественные зубные пасты. В эти же деньги можно купить пасту покачественнее. Тот же, допустим, Sense-1. То есть ничуть не хуже, но она по качеству не дороже, но по качеству лучше, чем вот это. Люблю. Покупать пока в ближайшее время не буду. Приобрела Марвис, я рассказывала об этом. Он мне нравится гораздо больше по вкусу, по ощущениям после чистки. Закончилась паста CuraPro. Обязательно пользуемся оба с супругом на ночь этой пастой. Шикарно какие-то дефекты десен удаляет. Если фруктов много поедите, тоже она заживляет ранки. Десны, то есть все становится, допустим, кириешки поели, десны поцарапались, шикарная паста, заживить все и не грызть больше никаких кириешек и орешек. Очень рекомендую, очень люблю. Есть несколько серий, мне стоматолог назначал именно 1450. Пользуюсь регулярно, каждый раз, на каждую ночь, каждый вечер. Так, по очищению, что у нас здесь, есть ли еще что-то? По-моему, по очищению здесь больше ничего нет. Дезик Драй-Драй, люблю, обожаю, покупаю, буду покупать, на мне работает очень-очень хорошо, я супер потливый человек, особенность организма. Пользуюсь много лет, рекомендую всем постоянно пользоваться. Самое главное, после депиляции не наносить, иначе будет очень сильно щипать. Нельзя наносить на влажное, будет очень щипать. На сухие чистые подмышки, круто, классно. Далее, SPF. У меня был вот такой классный Dior Bronze SPF. Сейчас поменялась серия. SPF 30 очень классный. Работал на мне шикарно и в Таиланде, и в России. К сожалению, закончился, но я купила другой, конечно же, и тоже от Dior. Мне прям он очень понравился. Практически не вылазит никакая пигментация, не забивают поры. Вот, например, La Mer на мне забивают поры, этот нет. Очень классный, очень рекомендую. Обновлять регулярно, не экономить. Качество шикарное. Так. Нашла не так давно тушь у себя в заначке от Guerlain. Она, конечно, уже кончилась.
Но очень с большим удовольствием ей попользовалась. Вот такая кисточка. Она у меня сухая в 100%. Очень жаль, что ее больше нет. Так, давайте. Гуам. Вот такие средства от Гуам. Это у нас антицеллюлитные средства, типа для похудения и все такое. Вот это, получается, наносится на пузико, слегка разогревает. Такой жирненький, минимальный расход. Ну, знаете, если правильно не питаться, спортом не заниматься, ни один крем вам не поможет. Ну, пользуюсь, надеюсь. Новый пока не прикупила, этот закончился, посмотрим. Но, честно скажем, это, знаете, это больше баловство какое-то. То есть, если с массажем делать, да, эффект будет, и переставать жрать конкретно, и заниматься спортом, тогда да. В остальном смысла покупать нет. Очень прикольно, впитывается хорошо, достаточно нежирный, но от него потеет живот. Вот живот от него потеет, то есть жидкость он выводит. По поводу фангокрема, это у нас для ножек, это лимфодренажный, он после нанесения на кожу становится как бы сухим порошком, я не знаю, как это объяснить, но он засыхает на коже, белый налет образуется, то есть темные вещи после него точно 100% надевать не стоит никакие. Он является тоже дренажным, антицеллюлитным, аналогичный эффект тоже, скажем честно, надо худеть. Так, далее, это у нас сухой шампунь от Батист, люблю, пользуюсь, покупаю и уже купила еще, запах Rose Gold очень классный, единственные минусы в соответствии с другими, довольно крупное распыление и оставляет налет белый на волосах, кто не любит эти налеты, не рекомендую, в остальном очень неплохой, минус еще у Батист заметила, очень сильно парфюмированный, то есть вот волосы у вас пахнут по одному, корни по-другому, если вы используете парфюм. Далее. Давайте для волос у нас что здесь пройдемся. Olaplex закончился. Я пользовалась Olaplex долгое время. Это у нас восстановление волос для восстановления, по-моему, называется дисульфатных связей, но я могу ошибаться. После нанесения первого слоя с краской вы смываете, используете вот это средство. Я его наносила на 40 минут и смывала. Блондинистые волосы в любом случае убиваются. Здесь, возможно, не так сильно и не так быстро. Что могу сказать, покупать больше не буду. Я думаю, это уже показатель. Kérastase, убитая банка. Это у нас Mask Intense Arizona. Классная, крутая маска. Я всегда рекомендую Kérastase, если есть возможность. Сейчас он стал непомерно дорогой. Перешла на L'Oréal. Это у нас, кстати говоря, если я не ошибаюсь, тоже L'Oréal. Я проверю себя. Барабанная дробь. L'Oréal. То есть средства это очень хорошие. Такие же L'Oréal можно приобрести более или менее классные. Профессиональной линии от L'Oréal. Так, для волос вроде бы больше ничего здесь нет. Вот такой скраб от L'Occitane. Я недавно о нем рассказывала в покупках. Имеет очень специфичный запах, который мне сперва очень-очень-очень понравился. Но потом он на коже остается супер навязчивым запахом. То есть вот прямо хочется с гелем для душа хорошенько промыться, чтобы он на вас не остался. Очень классно скрабит, многовато масла, маловато частиц скрабирующих для меня оказалось. Банка довольно тяжелая, стеклянная, утилизирую со всем стеклом, разумеется, раздельно. Второй раз покупать не буду, сейчас даже обдал меня запах, он очень-очень специфичный. Но супер приятный разогревающий эффект и скрабирование. Но покупать не буду только из-за запаха, не мой аромат. Так, здесь у нас маска для лица от Chanel. Это у нас глиняная маска. Я когда-то 100 лет назад про нее рассказывала. Вот только наконец-то я ее допользовала. Выдавливала всякими адскими методами. Это просто на основе глины маска, которая делает кожу очищенной. Поры закрываются. Как любая глиняная, хорошая маска работает. Немного неприятный для меня запах. Шанель вообще косметика, мне не скажу, что прям на супер-супер зашла. Я больше декор от Шанель люблю, а вот косметика не прям супер. В целом маска хорошая. И если, допустим, не заменять на более дешевый аналог качества, да, плюс-минус, там, допустим, а тот же Zeina Badge, который я сейчас пробую, возможно, будет еще какой-то альтернативный отзыв.
Два средства от бренда роскошного La Prairie. Здесь вы видите, есть еще остаточки. Разумеется, я их все оттуда достану, выковырять. Мужа заставлю вскрыть эту банку. Дозатором достается. Средство очень классное. Кожа после него фантастическая. Синее средство Skin Kevia. Вот плохо, да, видно как-то надпись. Ну, Skin Kevia Liquid. Вот я надеюсь, видно что-то. Очень мне идет, очень классно, обожаю, особенно в комплекте с кремчиком Skin Kevia классика использовать. Сейчас на него цены стали сумасшедшие, пока воздерживаюсь от покупки. Будет возможность, куплю, если цены будут адекватные. Еще один продукт, это у нас комплекс Экстракт Skin Kevia, фирменный комплекс. Очень интересная штука. Мне очень нравится ее использовать на ночь, хотя мне многие рекомендовали ее использовать под макияж. Очень интересный эффект. Дозатор здесь получается. Ну, там пусто совсем уже. Выдавливается и такое как бы ощущение силиконизированного состава, так скажем. Но поры не забиваются, то есть, скорее всего, никакого силикона здесь нет. Утром кожа просто фантастическая, просто шикарная. Обожаю, конечно, эти средства. Буду по возможности покупать. Надеюсь, возможность у меня такая будет. Люблю. Очередной дезик от Ниви. Каждый раз рассказываю, каждый раз показываю. Люблю, покупаю, буду покупать. И остались у нас кремчики для рук. Это два у нас Atopic крем. Очень классные на лето. Легкие, не перенасыщают. Шикарно, не пахнут, не портят сумки. Так, что у нас здесь? Что-то написано, да, вот для вас, чтобы вы могли познакомиться с информацией. Очень-очень классные, советую, рекомендую. Здесь они чуть-чуть разные. Ультрагидрант 24-48 часов. По ощущениям, по консистенции они одинаковые полностью и по запаху тоже. Интересно, даже только вот заметила вместе с вами. Рекомендую ими пользоваться, кожа классная, даже подходит для проблемной и кожи с дерматитами. И последний продукт, это Цикопласт, это крем для рук. Здесь он немножко у меня покоцался. Очень классный крем, но на более холодную погоду. В машине сейчас его с собой не вожу, он на лето тяжеловат. Если руки у вас, допустим, потеют в какой-то ситуации, то вот с ним будут потеть еще больше летом. Поэтому на лето перешла вот на топик крем полегче. Этот использую конкретно больше зимой и осенью. Обязательно пробуйте и тот, по цене они в районе 500-600 рублей, как повезет купить. Но продукты очень классные. Ну что ж, в этот раз совсем не длинное видео, состоящее из одной части. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте любые интересующиеся вас вопросы. Пока-пока!